Всех приветствую, продолжаем знакомиться с притчами мира. Камбоджийская притча, она называется «Вежливый кролик». Жил-был кролик, очень скромный и вежливый. Однажды, вдоль наевшись капусты на крестьянском огороде, он собрался был домой, как вдруг заметил лисицу. Она возвращалась в лес. Ей не удалось стащить курицу с крестьянского двора, и она была очень сердита и голодна. Кролика дрогнуло сердце. Бежать? Но куда? И кролик бросился к пещере. Он не знал, что там поджидала его другая грозная опасность. В пещере поселилась змея. Кролик, однако, был хорошо воспитан и знал, что без разрешения в чужой дом входить не полагается. «Нужно поздороваться», — подумал он. «Но с кем? С пещеры, конечно». И, присев на задние лапки, кролик вежливо сказал: «Здравствуйте, добрая пещера, разрешите мне, пожалуйста, войти». Да чего же обрадовалась змея, услышав голос кролика. Она очень любила кроличье мясо. «Входите, входите», — ответила она, желая обмануть кролика. Но кролик по голосу прекрасно понял, с кем имеет дело. «Простите, что я побеспокоил вас», — сказал он. «Я совсем забыл, что меня ждет крольчиха. До свидания!» И бросился бежать со всех ног. Прискакал кролик в свою нору и подумал о том, что вежливость никогда еще никому не повредила. Змея же свернулась в клубок и проворчала: «Лучше бы я ему не отвечала. Ох, уж эти мне вежливые кролики, нужно же было ему просить разрешения войти». Вот такая камбоджийская притча. Она называется «Вежливый кролик». Пока-пока, до свидания.